была не лекция-лекция прямо, а чтобы мы как-то пообщались, и вы тоже, может быть, рассказали, какие есть от меня ожидания, как от спикера. Может быть, какие у вас есть запросы лично от себя, чего хотите избавиться, какие привычки хотите приобрести, потому что я в первую очередь могу говорить, ну, про бег в частности, но в целом и в общем про избавление от вредных привычек, в данном случае, в моем случае, это было курение многолетнее, и приобретение полезных каких-то навыков, как это сделать с собой на подсознание, чтобы это вот как-то вот легло вот туда, внутрь, в мозг, и не ушло. Вот поднимите руки, кто уже бегает, может быть, делает какие-то шаги первые, да? Вот, отлично, замечательно. А кто вообще еще пока, скажем так, тюлень? Не в обиду. Да, но есть запрос сделать какой-то первый шаг, но вот чего-то не хватает, да? Вот примерно у нас, кстати, пополам, да, по-моему, получилось? 50 на 50. А про курение, наверное, начну с него, как с вредной привычки, от которой мне очень захотелось избавиться. Курил я долго, больше 10 лет, с перерывом на беременность, роды и лактацию. Но потом, когда все это закончилось благополучно, снова начала. В какой-то момент я поняла, что от этой привычки очень хочу избавиться, она мешает мне жить, кроме того, что подрастает поколение, и на глазах этого ребенка делать не хотелось, прятаться тоже становилось сложно. И я поняла, что вот мне прям надо это сделать. В какой-то момент перед отпуском за 2 дня я пришла домой, выбросила пачку сигарет, сказала, что все, я больше не курю, все. Мы уехали в отпуск на море. Там было сложно, но не сложно-сложно. То есть как-то, потому что немного другая атмосфера, расслабленная. Пару раз я там сорвалась, но, в принципе, приехала в Москву в надежде, что все, я об этом забыла. Но когда я вышла на работу, все вот эти вот ритуалы привычные, они вернулись. И у меня был даже какой-то момент, я подошла к коллеге, просто сказала, вот дай мне, чтобы она у меня была. Я ее спрятала там куда-то на верхний угол шкафа за цветок, за кактус, чтобы вот я знала, что она у меня есть, и если что, я могу этим воспользоваться. И я поняла, что вот я не могу избавиться от этой привычки, мне сложно. Я вот хочу вас спросить, почему получается, происходит такое легкое привыкание к вредной привычке? Почему? Есть какое-то мнение на этот счет? Почему мы так легко привыкаем? Неважно, курить, жрать, пить, тупить в соцсетях по ночам. Вот почему какие-то... Что? Энергозатраты. Еще есть какие-то версии? Ну, какие-то плюсы все получаем. Кайф, да? То есть удовольствие. Организм не будет сам себе вредить просто так, да, не получая какую-то компенсацию. Да, еще это зона комфорта для некоторых. Если они в другой, там, например, на работе там дискомфорт находится, потом, когда курят, они, значит, вот в своем мерке, в зоне комфорта. Ну да, положительное подкрепление происходит, да. И плюс еще общение с другими, значит, курильщиками, да. Тусовка такая, да, некое снятие напряжения. То есть привычка – это такая нейронная связка, которая у нас в голове формируется, связанная с получением удовольствия. Наш мозг, он гедонист, ему вот нравится это получать. Поэтому всегда вредная привычка формируется быстрее, чем полезная, а от полезной мы иногда кайф не получаем вообще и даже, может быть, получаем скорее дискомфорт, чем кайф. Поэтому я начала много читать очень на эту тему и поняла, что отказ вот от этого кайфа – это очень большой стресс для организма, и ты с этим стрессом остаешься вот один на один. Это становится для тебя проблемой, ты начинаешь об этом думать. Чем больше ты об этом думаешь, чем больше ты уделяешь этому внимания, тем больше ты эту проблему кормишь. И ты не можешь справиться, тебе нужна какая-то опора. Вот какая-то дополнительная опора, на что ты можешь опереться, отвлечься. Вот от этих своих мучений, от этого стресса. И заставлять себя насильно что-то делать, да, вот я не курю, я там, не знаю, хожу пешком там по 10 километров каждый день, но мне это не доставляет никакого удовольствия. Ты пару раз это сделал, и все, потом забыл, потому что нет нейронной связки, нет кайфа, нет удовольствия, и ты не можешь заменить себе эту вредную привычку полезной. Я поняла, что нужно как-то вот это все систематизировать, начала читать на эту тему разные книжки от нашего всеми известного и любимого Нобелевского лауреата Ивана Петровича Павлова с его знаменитой собачкой, где ты тут бегал. Он писал про большие полушария мозга, до каких-то американских исследователей. И я поняла, что мне нужно этот кайф найти. Найти, во-первых, опору, потом найти кайф. Чтобы
изменить. Да, да. И, ну как, опора может быть любой. У меня это был бег, потому что, ну, там происходили в это время еще другие события в моей жизни. У меня, кстати, вот тоже говоря, была собака, которая незадолго до этого умерла. И был некий ритуал прогулки вот с этой большой крупной собакой. Ей нужно было по часу два раза в день гулять. И я на набережной с ней гуляла. А потом все это ушло, соответственно. Прошу прощения. Это ушло, и я решила, что нужно это как-то вернуть. Буду вот я бегать. Вот буду я бегать. Мне нужны свои утренние ритуалы, когда выкуривала сигареты после завтрака, было чем-то заменить. Ритуал был какой? Встаешь, завтрак, чашка кофе, поход на балкон. И когда я прочитала про этапы формирования привычки, я поняла, что нужно свои действия на эти этапы разделить. То есть, вот, например, возьмем простую привычку. Мы чистим зубы каждый день, да? Мы не задумываемся об этом. У нас есть эта привычка, она происходит на автоматизме. Мы приходим, видим щетку, зубную пасту, у нас сигнал, мы выполняем ритуал, получаем некое удовольствие, да? Чувство свежести какое-то там, все убито, все бактерии, все мысли. То есть это, ну, наиболее простейший, наверное, пример. И я поняла, что мне нужно поменять сначала сигнал. В качестве сигнала я себе, значит, выложила форму, экипировку, кроссовки, какие-то там гаджеты, наушники, чтобы с утра я просыпалась, видела это, понимала, что мне нужно совершить этот ритуал, выйти на улицу, там уже проснуться, понять, зачем я там, дойти на набережные, как-то размяться и начать бежать. Вышла, пробежала километра 3, наверное, минут 20 у меня это заняло, больше я не смогла, уже задыхалась и поняла, что все. И, ну, понимаю, что положительного подкрепления какого-то я не получаю, кайфа нет вообще никакого, нужно что-то с этим делать, тем более ради 20 минут выходить на улицу, что называется, ноги бить и там, вообще терять время, потом мыться как-то очень глупо. И я решила, что я буду выделять себе на эту активность час. То есть вот просто час, я сколько могу бегу, потом я иду пешком, у меня восстанавливается пульс, я опять бегу. И вот сколько я за этот час прошла-пробежала вот в виде такой циклической нагрузки, значит, вот столько и получилось. Ну, забегая вперед, я скажу, что в течение времени я за этот час начала пробегать 10 километров, то есть это пропорция бега и ходьбы, она постепенно в сторону бега росла и увеличивалась. Теперь, что касается механизма формирования вот этой привычки, то есть важно что? Вот ты принял решение, да, вот я нашел себе опору, это может быть бег, это может быть плавание, это может быть поход в спортзал, это может быть скандинавская ходьба, все что угодно. Вот человек принял решение, что может послужить для него вот такой опорой, отвлечение от стресса. Это может быть отказ от вредной привычки, стресс может быть любым в нашей жизни, там, какие-то проблемы в личной жизни, на работе. Вот ты находишься в состоянии стресса, ты ищешь опору. Когда ты нашел эту опору, по крайней мере, у себя в голове определил, чем ты будешь заниматься, ты принял решение. Дальше, чтобы привычка сформировалась, нужно себя от дальнейших каких-то мелких решений просто освободить. Сколько бежать? Куда бежать? Какую дистанцию бежать? С какой скоростью бежать? И от этого нужно как-то себя избавить, свой мозг, потому что, я повторюсь, он у нас гедонист, ему лишний раз думать лень. Есть такая американская писательница, она занималась изучением работы головного мозга, Сьюзен Вайншенк. У нее есть хорошая книжка, очень «Закон влияния» называется. И она там описывает то, как она начинала бегать. Она скачала приложение «От дивана к 5 километрам», оно называется. Оно есть в App Store и Android, это приложение. Я, правда, им не пользовалась, но ее опыт тоже очень интересен. Она скачала это приложение, и оно само тебе говорит, что тебе делать. Так, ты выходишь, кнопку нажал, 5 минут идешь. Ты идешь 5 минут, потом ты бежишь 10 минут, 5 минут, а еще идешь. Да, и с течением тоже времени вот этот прогресс приложения само тебе говорит, что тебе нужно делать. И, по-моему, за 3 месяца она пробежала эти 5 километров. Это, конечно, очень постепенно и очень долго. Мне кажется, любой из нас, из вас сделает это быстрее, я сделала это быстрее. Потом она скачала приложение «От дивана к 10 километрам», но принцип работы понятен. Что ты освобождаешь себя от каких-то вот дальнейших действий. Точно так же может быть и с походом в спортзал, да, когда ты приходишь в тренажерный зал, ты принял решение, вот почему люди покупают абонемент, а потом не ходят. Ну, сходят там несколько раз и потом все забрасывают. Потому что тебе нужно думать, так, тут я, знаешь, присел, тут я, знаешь, прилег, вот, а что мне делать, сколько раз –
тренера брать, не брать. Поэтому вот я все-таки настаиваю всегда на том, если со мной кто-то советует, что тренер на первых порах, некий коуч, должен обязательно быть, который за тебя решит, что тебе делать. Вот на этапе формирования привычки это, ну, мне кажется, что это нужно. Так, о чем мы с вами? Значит, вот, про первый этап мы поговорили. Второй очень важный момент, кроме того, что человек должен освободить себя от лишних каких-то мыслей и забот, отслеживание собственного прогресса. В этом плане помогают все вот эти приложения. У меня был Найкранинг, есть другие разные приложения, которые фиксируют твой прогресс, и ты видишь, да, ты понимаешь, что ты динамичен, ты пластичен, сегодня тебе больно и неприятно, завтра тебе уже эту же дистанцию бежать уже не больно, и ты не устал, и ты видишь, чего ты достиг за месяц, а потом за 2 месяца, за 3 месяца. То есть это достаточно важно, это тоже наш мозг получает в этом смысле положительное подкрепление, которое помогает сформироваться полезные привычки. Давайте попробуем какую-то вот взять полезную привычку и придумать вот эту цепочку, сигнал, ритуал, подкрепления. Вот кто-нибудь может мне рассказать? Может быть, у вас есть какой-то такой ритуал? Кто уже занимается бегом или чем-то еще, какой-то физической активностью? Ну, не знаю, сумку собрать в спортзал с утра. Ну, вот какой-то, какие-то ритуалы же есть, нет? Ребенка отвезти в сад. Ребенка в сад отвезти? В сад уже могу не отвезти. Я себе решила, что я хожу в спортивной форме. Так, отвела и побежала, да? Отвезла его в сад, все, как бы, уже странно идти домой обратно, потому что я в спортивном костюме, по 20 минут я пробегу. Хотя бы обратно домой. Ну, кстати, хороший пример, но, опять же, для того, чтобы эта привычка сформировалась, обязательно нужен третий этап учесть – это вознаграждение. То есть, когда мы, допустим, к вредной привычке привыкаем, у нас понятно, какое вознаграждение, да? Когда привыкаем к полезной привычке, нам тоже нужно вознаграждение. Вот для меня таким вознаграждением стало, как это не смешно звучит, поскольку я какое-то время сначала шла пешком, делала фоточки, ты прибежал, запостил фоточку с тем, как ты пробежал, собрал лайков, пока ты в душе, лайков собрал, вот 50 штук, уже раз настроение улучшилось. Поэтому вот многие, наверное, ворчат, да, на бегунов, которые этим грешат, что вы достали своими потными селфи, самолюбование и так далее. Это не самолюбование, это, мне кажется, такой вид самомотивации. Мир меняется, технологии развиваются, мы все привыкли уже к интернету, к социальным сетям. Для нас эта составляющая жизни, она достаточно важна. Если ты там не постишь 150 селфи за день, то это не патология, это совершенно нормально. То есть это и такой некий вид социального удовольствия, социального одобрения. И потом, когда тебе вот не хочется бежать, ты пересматриваешь эти фотографии, вспоминаешь, какие эмоции ты получил во время этой пробежки, и ты выходишь и идешь заново. То есть это такое некое самоподкрепление и одобрение, полученное со стороны социума, скажем так. Это может быть, не знаю, вкусный завтрак, ну, в качестве удовольствия. То есть каждый, наверное, по своему психотипу, кому-то вообще не сдались эти фотографии в соцсетях, каждый по своему психотипу может придумать, чем себя порадовать, чем себя вот, молодца такого вознаградить после этого всего действия. То есть чтобы цепочка вот эта выработалась, сигнал, ритуал вознаграждения. Есть какие-то варианты, да, вот что для вас прям вот круто, чем можно себя порадовать? Не знаю, кофе, завтрак, не знаю, что еще. Я себя радую тем, что я изменюсь просто в будущем, мне этого вполне достаточно. То есть у тебя такой, ты создаешь себе просто визуальный образ некий, да? Да, то, что, ну, я не бегаю, я в зал хожу. Угу. И я просто себе, я вижу себя кем, что из этого получится, мне это нравится, это есть мое рвение. Третий этап. Вот. Вот видите, у всех по-разному может быть. А у меня так, что я вот смотрю, например, там пробежал там 500 килокалорий. Вот, тоже, да. Кстати, вот по поводу калорий. Счет съесть на 200. Вот, я, кстати, тоже про это хотел сказать, что многие так думают. Так, я, значит, сегодня поработал, пару бургеров, значит, могу себе позволить. На 200, я считаю, 2,5. А, ну то есть ты считаешь все-таки, да? Да? Да. Потому что один бургер по 700 килокалорий. Потому что, конечно, калорий не так много сжигается. Но девочки, вот там 400 где-то, это не полная шоколадка, не полная. Да. Нет, не полная. Да.
Вот, поэтому, ну, мужчин побольше, конечно, за счет своей комплекции. Поэтому если есть запросы, задачи как-то вес отрегулировать с помощью пробежек, то нужно, конечно, это учитывать. То есть просто сохранять свой обычный рацион питания, опять же, в рамках положенного, да, может быть, привычный рацион питания у вас превышает два раза положенное, я не знаю. У меня, например, я посчитала, специально есть счетчики в интернете, а потом, если интересно, могу сказать, где. Чтобы вот мне просто не сдохнуть, нужно 1333 калории в сутки. Если работать в режиме офисный планктон – 1500. Если заниматься так вот достаточно активно или там силовыми, то две, ну, потолок, наверное, да? А мужчинам две вот вполне там как-то можно себе позволить. Поэтому, ну, вот ты пробежал, ну, плюс еще 400 сжег. На пару бургеров не тянет никак. Поэтому, да. В голове вот эта мысль есть, что можно, значит, что-то вкусненькое съесть, но чуть-чуть. Да, да, чуть-чуть, вот именно что, чуть-чуть. Ну, в общем, главное, когда вы приняли вот это решение, освободить себя на следующем этапе от лишних каких-то мыслей и действий, что вы будете делать? Надо, чтобы кто-то решил это за вас. Может быть, это будет гаджет, может, это будет тренер, может, это будет какой-то виртуальный тренер, может, это будет ваш друг, с которым вы вместе будете бегать, у него просто больше опыта, и он вам что-то может подсказать. И вот это вот продумать, вот эти этапы, да, сигналы, ритуал вознаграждения, это важно. Так, что еще? А, вот еще важно, на этапе закладки и формирования последней привычки нагрузка должна быть постепенной. То есть не нужно прям сразу рвать с места в карьер, иначе действительно можно все себе отбить, никакого кайфа, только сплошные страдания. То есть постепенно ее увеличивать, собственно, об этом и все вот эти приложения говорят. Но я действовала интуитивно, как я уже рассказывала, что просто сколько могла бежала, потом шла пешком, потом опять бежала. Слушала просто свой организм, у меня даже пульсометра не было, хотя это неправильно, это одна из самых распространенных, наверное, ошибок. Вот здесь вот в I Love Running, конечно, молодцы ребята, они все от пульса же бегают, да? То есть про пульсовые зоны же, наверное, знаете, кто интересовался, что есть пульсовые зоны, в общем, пульс, выше которого лучше не заходить, иначе и мышцы сжигаются, и вообще особой пользы для организма нет. А, вот, поэтому гаджеты в этом смысле в виде пульсометров избавляют нас еще от дополнительных мыслей, с какой скоростью бежать и когда нужно дать себе передышку. Связки вот эти все нейронные формируются медленно, если мы себе сразу дадим страдания, это ни к чему хорошему не приведет. Так, что еще? Есть какие-то, может быть, вопросы вот к тому, что я сейчас рассказала, да? Я не помню. Сигнал придумала. Сигнал придумала, Олесь, да? Как? Коврик. Вот, да, важно, чтобы ты с утра проснулся. Я еще один придумала, кстати, сигнал. Если кто-то, допустим, тебе составил тренировочный план, или ты сам себе составил тренировочный план на неделю хотя бы, да, на холодильник повесил, встал перед холодильником, у тебя тренировочный план перед глазами, пошел в зал, там, не знаю, куда, на улицу, потом галочку поставил. Это вознаграждение. Я молодец. И в качестве вознаграждения уже потом, да, через какое-то время, достаточно небольшое, выступает уже твое какое-то внутреннее эмоциональное состояние. То есть там 8-9 утра, а я уже молодец. Вот я уже такой молодец, что уже могу себя похвалить. Или даже если я в течение дня кого-то потом убил, то уже карма с утра отработал. Вот, то есть ты уже начинаешь свой день немного в другой колее. То есть даже если ты чуть-чуть отклонился вот от заданной, да, колеи, все, у тебя день уже сложился по-другому в любом случае. У тебя внутреннее состояние другое. Ты по-другому себя ведешь, ты по-другому реагируешь на окружающих, на свои какие-то задачи рабочие, бытовые и прочие. Ты уже другой человек. А если ты еще пробежал зимой, то там столько вознаграждений, там горячий душ уже просто, как простое человеческое счастье, уже чего больше в жизни не надо. И там какая-то простая овсянка и кофе, и все, ты уже счастлив и доволен собой. То есть это вот виды такого чувственного, да, вознаграждения. Для кого-то важно социальное, для кого-то важно эмоциональное, вот, умозрительное. Да? То есть каждый для себя выбирает просто по типу, что близко, что не близко.
Так, вот есть еще какие-то вопросы, да, вот по этапам? По вредным привычкам, по полезным, по каким-то вот этим навыкам. А у меня вопрос. Да. Насколько вы считаете правильным все-таки это считать как опорой? Потому что если по каким-то независимым от обстоятельств на это опереться не получится, на ранних этапах, очень, мне кажется, можно быстро вернуться к той привычке, от которой ты опирался. А это, мне кажется, уже про мотивацию речь. Ну, да? Вот как эту мотивацию сохранить? Мне кажется, то, что это не совсем правильно связывать вредную привычку с опорой и так далее, потому что ты тогда будешь зависеть от этой опоры. Всегда полезную привычку легче привязать уже к каким-то существующим своим проблемам, мне так кажется. А тут, мне кажется, ты уже, Вань, про мотивацию говоришь. Кстати, вот кто верит в мотивацию? Кому она нужна? 100%. Да? Мне кажется, вся наша жизнь – это только мотивация. А что такое мотивация? Мотивация – это результат. Результат? Для меня, да, результат. То есть все время, как бы, всю свою жизнь я стремлюсь, где бы это ни было. То есть это в семье, это воспитание детей, которые уже взрослые, это на работе. Это результат. Я знаю, что не все так живут. И вот почему сюда, например, я пришла, потому что именно такая программа, насколько я ее изучила, не просто бегать, не просто лекцию прослушать, а побежать и должен какой-то, наверное, финиш какой-то, результат. То есть очень классно придумана эта вся программа, я удивляюсь, потому что на самом деле люди давно бегут куда-то все. Кто-то правильно... У каждого свой марафон. Но они просто выходят и бегут, да, и молодцы. Это, я считаю, что эти люди вообще памятники, потому что у них нет, как бы они не стремятся ни к какому результату. Они просто... Но результат – это же конечная некая вещь, да, она конечна. А вот здесь получается программа такая, что ты сначала, как бы, как я понимаю, вы имеете в виду в целом вот эти курсы I Love Running? Вот, а потом результат. То есть ты выходишь на старт, ты должен пробежать. А дальше что? Вот 7 недель прошли, ты пробежал. Знаете, а дальше? Я только собираюсь, но сын у меня уже давно бежит уже, уже и триатлон, и все такое. И он говорит, что это затягивает как плохая, наверное, привычка. Я ему верю. Ну, потому что он понял, в чем кайф. Да. У него нейронная связка сформировалась. Результат, потом начинаешь придумывать. И я так понимаю, что они уже теперь с друзьями бегут в марафон ради кого-то. То есть они кому-то помогают. Уже, вот, уже выбирают себе цель, иную уже какую-то цель. Но всегда результат. Мне кажется, даже подспудные люди, которые говорят, что они не ради результата, это неправда. Результат. Но у каждого же свой результат. Кто-то, для кого-то результат просто пробежать, да, дойти до финиша. Кто-то хочет время там какое-то побить, кто-то вот помочь, вы правильно говорите. Но мне кажется, с мотивацией какая вещь? Вообще, это, наверное, наиболее популярный, мне кажется, вот способ ждать мотивации, искать ее в чем-то, да. Но мне кажется, она все-таки очень короткий срок у нее годности, у мотивации. Это вот есть такой хороший анекдот, мне кажется, он как раз про мотивацию, когда олимпийские спортсмены поехали на Олимпиаду, Сталин им сказал, если вернетесь без золота, поедете его добывать. То есть это вот была мотивация, да, получить золотые медали. Но мотивации можно там, не знаю, участвовать в соревнованиях, действительно, да, вот у тебя 7 недель, ты замотивирован, ты все подписался, тебе нужно сделать, да. Но, а когда годами? Вот либо искать вот такую вот цель за целью, да, либо есть еще другой способ. Вот я за другой способ больше. Да, я вот не верю в мотивацию все равно. А как без нее? Мне кажется, ну, мотивация, как я ее формулирую, это такое некое состояние психологическое, эмоциональное, да, которое нам нужно вот его испытать, чтобы задачу завершить, да, чтобы совершить действие, завершить задачу, получить результат. А если у тебя нет этого состояния? Вот мир день вот это вот на улице, вот ты утром проснулся, так какой результат там, что? Ну нет у тебя его, этого состояния, вот что делать? Или вот Ваня тоже правильно сказал, нет условий там где-то, ты находишься, где ты не можешь там, ну или не хочешь, нет у тебя этого состояния внутри, не знаю, муж козел там, кто-то еще козел, начальник козел, куда я побегу, зачем, я под одеялом полежу лучше. Я придерживаюсь просто другого пути, который, мне кажется, гораздо более эффективен и потом помогает в других сферах жизни. Это тоже очень всем известное слово, банальный путь – это дисциплина. Мне кажется, это антипод мотивации. И даже если у тебя нету какого-то морального подъема, ты просто тупо идешь и делаешь. И тем самым ты в конце, завершив успешно задачу, ты получаешь то состояние, которое тебе нужно было, чтобы начать. Не знаю, правильно я объясняю или нет? Это же не нужна мотивация, чтобы чистить зубы, правильно? Да, чистить, да.
Но сначала ребенку ты же говоришь, надо чистить, чтобы они были чистые, белые, посмотреть 5 дней. Потом ты привыкаешь... Да, да, это хороший пример. То есть тупо дисциплина. Ведь некоторые на самом деле, вы видите, такие все хорошие, но ведь я знаю... Некоторые не чистят, да? И каждый не чистит зубы. И не моются, и не чистят зубы. Да, есть такие люди. И в метро мы знаем, что есть с людьми, которые не моются. Так что, значит, они... Ну, не знаю, мне кажется, когда речь идет о каких-то рутинных действиях, которые ты действительно хочешь сделать своим образом жизни, и... чтобы это стало частью тебя, мне кажется, это только дисциплина. Ну, возможно, мы просто все разные. И для кого-то дисциплина. Ну, вот я просто говорю, что я не верю в мотивацию, да. А я наркоман, на самом деле. Вот именно результат. Когда получаешь результат, наверное, я так думаю, никогда наркотики не принимала, но думаю, что именно такое чувство. То есть ты... Но вот чтобы его получить, надо же сделать первый шаг. А так вот она цель, она вот через 7 недель, вот я ее вижу. И когда я ее достигла, то есть я такой кайф получила, что когда это все закончилось, я, наверное, опять приду. Потому что мне, я именно вот за той целью пойду, для того, чтобы получить этот адреналин. А вот это как раз помогает формировать дисциплину, как мне кажется, вот в этом смысле I Love Running делает совершенно уникальные продукты и гениальные программы. Мне денег не платили, я искренне так считаю. Потому что есть действительно цель. Она работает первое время на мотивации. Да, на мотивации. Есть цель, она достаточно красивая сама по себе. Она достижимая, потому что 7 недель – это не так долго, это не вот там полгода где-то. Есть понятный совершенно план ее достижения, этой цели. Тебе, опять же, не надо думать, как ее достичь. Есть план, который составили профессионалы, который тебя курирует. Ты просто выполняешь, и есть дисциплина, поскольку у тебя есть тренер, ты невольно в этой дисциплине живешь какое-то время. То есть все, собственно, эти механизмы нейронные, про которые мы говорили, в этой программе заложены. И, наверное, программа I Love Running, вообще регистрация на любой забег. На любой, помогает сформировать, собственно, эту самую дисциплину, о которой я говорю. Потому что ты все, галочку поставил, оплатил там 1500 или сколько сейчас стоит регистрация на московский забег, и ты понимаешь, что вот ты все. Желательно еще публично озвучить вот это вот, что все, я подписался, чтобы, да, шагу назад не было. И ты волей-неволей начинаешь вырабатывать себе план, как этой цели достичь, и ты его выполняешь. Да, у меня еще вот такой пример. Я тоже решил пробежать полумарафон вот в конце мая, который будет. Московский. Да, и просто поспорил. То есть в Инстаграме просто сказал, написал о том, что давайте, ребят, придумайте, что я сделаю, если я не пробегу. Если я не пробегу, значит, я сделаю то действие, которое наберет больше всего лайков. Там на старте лайков, и вот какое-то победило действие. И вот теперь, чтобы это не выполнять, я пробегу тоже. Ну, а дальше? Обратно. Что дальше? Ну, дальше я в футболе, просто в любительской команде, в футбол играю в любительской команде, и у нас каждую неделю, или в субботу, или в воскресенье матчи, и, соответственно, у нас сезон закончится только в ноябре. Это мне поможет физическую форму поддерживать. Если ты ставишь себе какие-то вот цели, то потом ты достиг этой цели, если это не привычка, и не дисциплина, как говорит Елена, да. Просто, ну вот ты сделала, ты все расслабляешь. На мотивации, на мотивации, как топливо ее подбрасывать. Но я допускаю, предположим, что вот, ну, если я допускаю, что я пробегу, предположим, то, что я себе поставила, то есть я себе мини совсем 10 километров, это который в Питере, возможно, я пробегу, и я допускаю, что я больше в этой игре не буду играть, мне что-то другое будет. Я пойду, я ирландские танцы освою, предположим, еще что-то такое, то, чего я всю жизнь мечтаю. То есть я понимаю, что у меня так много всего хочется в этой жизни, и я... Возможно, не буду всю жизнь бегать и бежать куда-то. Разве это плохо? Нет, почему же, это хорошо. Мне кажется, это тоже нормально. Да, это все выбор. А дисциплина, я так понимаю, вы говорите о том, что есть люди, которые действительно живут с этим и до конца своей жизни, то есть они просто как бы уже как зубы чистят. Ну да. Нет, я, наверное, вот с вами разная. Я, наверное, другой человек. Я никогда не бегала, но я хочу это попробовать. Я хочу поставить перед собой цель, я пробегу. И вполне возможно, что в следующем, когда мы с вами где-то встретимся, я буду одержима другой. Пойду в город куда-нибудь или еще. Разве это плохо? Нет, почему? Это прекрасно. В любом случае, получается, бег не дисциплина. То есть вы согласились со мной, что у вас дисциплина, а у меня все-таки мотивация? Да, я поэтому говорю, что и типа вознаграждение для всех разное, у всех что-то, да, свое, конечно. Уважаю, что, конечно, дисциплина – это классно.
Я просто могу как раз рассказываю о том, что, как сделать это вот именно такой частью вот рутинной своей жизни, довести до автоматизма и не ждать мотивацию, не ждать каких-то внешних опор, как выработать свою внутреннюю опору. Она на самом деле потом помогает и в других сферах, вот эта привычка к дисциплине. Ну, если у тебя есть с этим проблемы, у кого-то, может быть, нет, а у меня были. И это, во-первых, и выносливость, и внутренняя какая-то дисциплина, потому что у меня бывают разные ситуации на работе, и цейтноты какие-то, они, наверное, у всех бывают. В моем случае это какие-то многочасовые прямые эфиры, потому что я работала в прямом эфире, когда разные события происходили у нас, и когда самолет с доктором Лизой упал, и когда наши в Египте сбили лайнер, я сидела 5 часов в прямом эфире, просто нужна была такая внутренняя собранность и дисциплина. Я думаю, господи, слава богу, что я бегаю много лет, мне это помогает. Такой эфир. Эфирный марафон выдержать и не распылиться куда-то там на атомы. У нас тут просто трансляция идет в Инстаграме, и мужчины просто кричат про то, что женщины, наша мотивация бежать ради девушек, чтобы быть красивыми, и девушкам впереди нас, которые будут красивой попой, для нас это тоже. Красивая попа? Мотивация? Любовь и, да, флирт правят. Да. Допустим, как раз недавно вышел фильм, недавно, я уже целый так, «Чудо в Гудзоне». Вот, когда он приехал в Нью-Йорк, и там случилась эта история, я обратила внимание, что они вот в этом отеле в Нью-Йорке, где-то там еще, все равно они вечером вышли и побежали. Вот, то есть пилот и второй его помощник, то есть, видимо, там, не знаю, то есть все равно, что бы ни было, падали бы самолеты, что бы ни случилось, у них вечерняя пробежка, и она именно их дисциплинирует. И, может быть, вот эти такие маячки, они помогли, ну, реализовать себя в большой профессии, как и ты говоришь. То есть вот эти маленькие вещи, которые ты делаешь каждый день, они тебе потом помогают глобально собраться. Ну да. И это не мотивация, это просто дисциплина, да. А я вспомнила, кстати, ты про кино сказала, «Карточный домик», если кто смотрел сериал, там жена-то у него бегала. Первый сезон закончился тем, что он вышел, тоже побежал вместе с ней, греблю сломал, вышел и побежал. Но она какая, да, дама была и есть, не знаю, я сейчас уже не смотрю, один сезон посмотрела. Просто там вот явно, что внутренняя дисциплина очень развита. Так, про забеги, да, вот, собственно, это как один из способов эту самую дисциплину развить. Ну, просто такой еще костыль один дополнительный, то есть ты регистрируешься, вырабатываешь себе какой-то план достижения этой цели и к ней идешь. Я на первый забег вышла на, как раз 2013 год был, команда Димы Тарасова пришла делать московский марафон, это та, которая сейчас делает, до этого как-то все было грустно и тухло. И красочный забег я пробежала. Мне тогда понравилось, что еще Наталья Водянова в тот момент с ними организовывала. Сейчас у нее отдельный «Бегущие сердца». А тогда вот красочный забег был с благотворительным каким-то подтекстом. Вот я его пробежала, там 5 километров, торопиться никуда не надо, все бегут, фотографируются, никто на результат, естественно, не бежит. Я думаю, ну круто, надо, значит, там 10 пробежать. А я начала бегать летом. В сентябре, соответственно, был первый московский марафон, вот этой новой серии, 2013 год. И я зарегистрировалась на десятку. И, значит, как-то так разложила свои силы. Бегу, бегу, бегу. А тогда у них косяк произошел у организаторов. У них машина поехала не туда, которая вела первых бегунов, свернула не туда. И мы пробежали не 10, а 12 километров. То есть я такая после восьмого ускорилась даже, обгоняя там каких-то пожилых мужчин в компрессионном трикотаже. Думаю, какая я молодец. Вот. 10, смотрю, у меня часы показывают. Что такое? 12 в итоге мы пробежали. Это вот я впервые пробежала 12 километров тогда. Сама как бы не ожидала от себя даже. Но пришлось. И они тогда тоже и с медалями накосячили, у них медали вовремя не пришли из Китая. Вознаграждение тоже запоздало. Потом сезон закончился, и я решила, что зима наступила, надо мне на полумарафон тоже вот зарегистрироваться весной. И тоже, чтобы себя как-то взбодрить, у меня есть просто знакомые, которые работают в фонде «Подари жизнь». И я решила, что вот действительно, я тоже побегу с какой-то целью и задачей. Я создала страницу на платформе британской краудфандинговой Just Giving. У нас есть тоже аналоги, Planeta.ru и еще вот какой-то второй, Boomstarter, что ли, как-то они называются, Kickstarter, вот.
Но они, зараза наши, берут достаточно большую сумму. Да, да. Я думаю, ну что, у меня же благотворительная цель, ну что я буду им 25% отдавать? И я решила сделать это на британской площадке. Там, в Великобритании, другое отношение к благотворительности, там не берут ничего. И, кроме того, тогда Чулпан только съездила, открыла британское отделение фонда для того, чтобы закупать лекарства для детей, которые химиотерапию получают. У них на наши лекарства аллергии, и нужно было покупать там на валюту вот эти препараты. И за месяц, там правила такие, что месяц идет сбор средств. В общем, за месяц не так много, но получилось собрать там около 600, порядка 600 фунтов. Ну, какая-то сумма была собрана, она пошла совершенно на лекарство одному конкретному мальчику, ему закупили препараты. И, то есть, я рассказывала про свой забег даже в соцсетях, марафон для меня был нечто таким вообще просто не физиологичной совершенно акцией для меня и какой-то своего рода, наверное, внутренний подвиг. И сам за забег я бежала в майке «Подари жизнь», то есть какие-то суммы люди перечисляли просто смс-сообщениями, это невозможно было проконтролировать, кто чего там перечислил. Мне люди просто говорили, что мы вот скинули смс-ку в этот день. Но это тоже, вот, тоже цели, результаты. То есть на первых этапах мотивация, она, естественно, кормит. Ну, когда она краткосрочная, как я уже сказала. А вот когда годами, она вот уходит. Либо ты себе должен идти новую искать. Это внешнее. Это все равно это внешний источник, внешняя подпитка. Моя цель была развить себе в какую-то внутреннюю опору, чтобы я не зависела от внешних каких-то вот факторов. Я тоже иногда кого-то послушали, с кем-то пообщаешься, думаешь, вот, все как круто, да я вообще не жила до этого дня, все, сейчас я как начну, но все это быстро как-то проходит. А вот на своей тупой дисциплине ты встаешь и бежишь в свою внутреннюю десятку изо дня в день, и она тебя держит в разные периоды жизни, потому что уже когда ты начинаешь получать кайф от процесса, ты выбегаешь с грустными негативными мыслями, ты заканчиваешь пробежку, их у тебя нет. Это же тоже такой побочный эффект со знаком плюс. И, да, есть еще такая теория 21 дня, то есть 21. Слушай, я не верю в нее. Одно и то же, потом на 22 день в любом случае легче бежать на 22 день, чем на первый день. Ну, второй легче бежать. Ну, в общем, к тому, что, в общем, если пробежишь какое-то определенное время, например, месяц каждый день бежишь, то там, допустим, второй месяц или там пятую неделю бежать уже легко. То есть как бы это уже почти привычка. А если ты бегаешь год, например, ставишь себе по 3 месяца, например, какие-то там марафоны, например, за год, то второй год уже все уже как на автомате, мне кажется. Ну, это, опять же, мне кажется, дисциплина некая вырабатывается. Да. То есть ты отделяешь свое действие от неких эмоций, чувств и настроения. То есть ты знаешь, что ты должен совершить действие. Плохое у тебя настроение, хорошее у тебя настроение. Ты идешь его и совершаешь. И получаешь потом в процессе кайф. Кайф от результата, от выполненной задачи, ты себя вознаграждаешь, пошел, все. Да. А стоит ли, ну, как бы заставлять, дисциплинировать себя бегать каждый день или, ну, через день, допустим, чтобы вот как раз выходные можно не бегать? Каждый день бегать? Нет, не каждый. Не каждый. Когда не бежите? Ну, с рабочим графиком, безусловно, связано, но необходимо восстановление все-таки тоже. Когда ты начинаешь уже заниматься этим как-то более серьезно, да, не как я вот вышла такая, вот бегать я буду. Начинаешь что-то читать, какие-то книги там, начинаешь подписываться на великих бегунов. Вон Семен тут сидит тоже. Продвинутый человек. И понимаешь, что нет, ну, восстановление, конечно, необходимо. Это первое. Потом ты понимаешь, что тебе необходимо некое ОФП, так называемое, да, опять же, тоже в программе I Love Running это все заложено. А потом, когда я начала готовиться к полумарафону, я тоже очень многое поняла, но у меня был виртуальный коуч в Nike. Они у многих приложениях есть. Вот ты сдаешься дату забега, и он сам тебе говорит, сегодня бежишь 7 километров, завтра отдых. Послезавтра у тебя другой вид нагрузки. А послезавтра 12 бежишь. И то есть ты понимаешь, что ты должен как-то, ну, разнообразие некое должно быть в жизни. Вот. А так, конечно, для меня это очень важно. То есть мне сейчас сложно не бегать. То есть, например, я не поеду в отпуск в какое-то место там. У меня первый вопрос, а там есть где бегать? То есть мне важно, чтобы была какая-то либо набережная, либо какая-то протяженная дорога. Потому что я думаю, а как же я там, я не смогу. Ну, есть, да. Вот знаешь, бывают какие-то морские вот такие
деревушке, я вот попала как пару лет назад, там просто вот променада как такового нет, то есть там есть трасса, дорога, да, но вдоль нее, конечно, бегать не очень приятно, я прям страдала тогда, поняла, что не проработанный был момент, а? Вот. Да, это просто это враги там, если бегают, кто-то враги. Я думаю, что их надо сажать на велосипед без седла, таких людей, которые бегают по велотреку в качестве наказания. А, так, что еще? Какие-то, может быть, есть вопросы, да? Вот у меня тоже вопрос есть. Я очень переживаю относительно, мы живем в таком городе, который очень загрязнен. И где-то я читала, пока не изучила этот вопрос, что если одно дело, если я просто прогуливаюсь, другое дело, если я побегу. То есть, как бы, Легкие, да? Знаете, я разговаривала на эту тему с врачами, в частности, с небезызвестным, широко известным в узких кругах доктором Мутиным. Если кто не в курсе, есть такой врач-кардиопоэт, такой адепт и пропагандист тоже здорового образа жизни. У него есть блог, видеоблог сейчас на YouTube. Алексей Утин его зовут. И вот я у него спрашивала, поскольку он еще и кардиолог к тому же, он сказал, что лучше бежать вот в нашей экологической среде, чем лежать на диване. То есть это в любом случае пользы для организма больше. Конечно, бегать в лесу прекраснее, кто бы спорил, да, если есть возможность там выходные выехать там, не знаю, в тот же Мещерский парк, где очень хорошо там другие какие-то зоны наши. Вот. Но если выбирать между тем, чтобы не бегать и бегать по улице, то лучше бегать по улице. Вдоль дорог вы бегаете? Ну как, я живу на Кутузовском проспекте, я выхожу на набережную Тараса Шевченко. Там есть такой достаточно дикий участок, то есть там машин практически нет. Это вот как раз напротив Москва-Сити. Бегаю там, потом добегаю до Бережковской, назад. Вот у меня как бы есть такой маршрут уже... такой годами набеганный, я там уже каждую кочку знаю. Опять же, мне кажется, рутина какая-то в нашей жизни необходима. Вот почему дети любят рутину, любят какие-то традиции, скажем так, да? Вот им важно, что, не знаю, по пятницам зажигать вечером свечи, по воскресеньям принимать ванну, потому что это такие маячки, которые как бы держат на плаву. Знаете, что бы в жизни ни случилось, то вот это вот у меня в жизни есть, да? И поэтому, мне кажется, и нам тоже необходимы эти рутинные действия, потому что какого-то разнообразия, вот оно как-то хватает его, оно присутствует. И оно должно давать на что-то цепляться, на какие-то опоры. Мне так кажется. Ты бегаешь по одному и тому же маршруту? Да. Уже много лет. Только на улице, да? Не, ну бывает, что на дорожку я встаю, я когда хожу в зал делать какие-то... Я потом просто со временем начала еще функциональным тренингом заниматься. Это упражнение с собственным весом и с каким-то небольшим утяжелением. Потому что на полумарафоне в Мюнхене я получила травму и поняла, что вот этого... быть не должно, что у меня недостаточно как просто развиты какие-то мышцы. У меня свело ногу на последних 2 километрах, я со сведенной ногой бежала, выбежала из 2 часов в итоге все равно полумарафон, но потом не могла бегать 2 месяца. Что-то у меня там было с тазобедренным суставом, что-то еще, в общем, и вот я плавала и начала как-то активно заниматься другими видами нагрузки, чтобы потом снова начать бегать, потому что так я и бежать не могла. Я думала, рутинная мотивация. Так. Это как раз вот подписки на каких-то либо звезд, либо каких-то девушек, которые хорошо заходят. Звезд Инстаграма? У меня тоже такие есть. Да, я тоже. Опять же, это тоже мотивация, которая, да, недолго живет, но иногда работает для того, чтобы поддержать свое стремление выработать себе внутреннюю дисциплину. У меня есть моя любимая девушка, ее зовут Энджи Грин, Энджи Флетчер она же, замуж вышла, фамилию поменяла. Это такая модель, она триатлет, по-моему, австралийка по национальности, но живет в США. Бывшая модель, ей сейчас уже там что-то 40+, но выглядит она, конечно, гораздо лучше. Когда она еще была моделью, ей было 20 лет, она жила в Париже, у нее была соседка по комнате, занималась пятиборьем. И вот с ней она начала бегать. Впервые там в жизни. Потом у нее какие-то произошли изменения, она переехала в другую страну, вышла замуж, родила ребенка, развелась, поправилась на 30 килограммов. А потом снова в ее жизни появился бег, потом триатлон. И сейчас она вот именно такая спортивная модель триатлет, и у нее очень крутой Инстаграм. Я могу ссылку потом прислать. Она меня просто вдохновляет, она очень крутая. Там именно
природные внешние данные и колоссальные, вот колоссальные, просто работяга, вот такая трудяга. То есть она не просто какая-то модель, фитоняшка, она вот реально прям трудяга. То есть там внутреннее наполнение такое, что это прям прет из ее инстаграма. Заяц, может, пить хочешь? Водички, может, налить? Чтобы не разлила просто. Так, о чем мы еще забыли поговорить? Ну, я могу рассказать про какие-то забеги, в которых я участвовала, вот, кроме московских таких десяток всяких полумарафонов. Еще был Wings for Life, я не знаю, кто-нибудь бегал вот в Коломне, это крутой очень, если есть у кого-то, ну, в каком-то поиске находитесь, что пробежать. И вот эта история в Коломне, она тоже очень классная, она благотворительная. Там участвуют люди с ограниченными возможностями наравне с профессиональными спортсменами, со спортсменами-любителями. Там система какая? Ты бежишь до тех пор, пока тебя машина не догонит, которая стартует чуть позже, чем ты. И вот сколько пробежал, столько пробежал. Тут можешь пробежать 50 километров, я пробежала километров 14, наверное, по этой местности, по Коломенскому этому району, где там с баянами стоят местные жители. Поддерживают, вот, потом как, такая трасса была, сначала жара дикая, там еще подъемы, потом как дождь ливанул, и мне обещали, что меня автомобиль заберет, я просто за команду мини бежала, BMW мини, что меня автомобиль заберет, на котором фотограф там ездил, и я понимаю, что все, кетчер меня догнал, я стою какая-то деревня Быковая или какая-то, никого, дождь, у меня сел телефон, ни автомобиля, ничего, я на рейсовом автобусе доехала до Коломны назад, вернулась, ну, такие, конечно, эмоции, эмоции с каждым забегом связаны, всегда очень крутые, даже когда ты только стоишь на старте, вот кто принимал участие, знает, что такое ощущение, что просто вокруг тебя собрались все самые красивые, позитивные люди Москвы, и эта энергетика просто вот так вот тебя колбасит и прокачивает, и ты понимаешь, что ты тоже принадлежишь к этому социуму такому, и это вдохновляет. В Коломне вот одна была история, в Мюнхене там другая. В Мюнхене я бежала тоже за команду BMW, M-Performance, они первый раз делали такой выезд, и вот я поняла, что для меня сейчас вот эти забеги, они больше не способ выработать какую-то дисциплину в себе, они способ получить эмоции, то есть это моя главная причина, способ, такое мое вознаграждение, то есть когда ты бежишь уже в другом городе, ты узнаешь его ногами, ты смотришь его по-другому, воспринимаешь совершенно по-другому, и это, ну, некий симбиоз такой, и собственно активности, и движения, и ну, того кайфа, который получают, наверное, все путешественники, когда ездят в другие страны, в другие города. То есть мне, конечно, хочется сейчас куда-то ездить, в Париже пробежать. Не, ну Нью-Йорк, конечно, это мечта, наверное, единственный такой стимул, который может меня сподвигнуть попробовать пробежать марафон, потому что для меня по-прежнему это нечто сверх такое естественное. Я два раза участвовала в лотерее на Нью-Йорк, но не выигрывала. Хотя в этом году многие мои знакомые, как минимум двое или трое, получили слот за сколько там, $150 или сколько, сейчас не помню. 350 уже долларов. И дико прыгали и скакали от радости, что поэт пробегут в Нью-Йорке. Максим, по-моему, да, кстати, как раз? Макс Журила, первый марафон у него был в Нью-Йорке, он пробежал. Поставил себе задачу. И вообще, собственно, с чего начал бегать. Я просто слушала, как он все это рассказывал. Очень интересно. Так, не знаю, про что еще можем поговорить. То есть еще не каждому одобряют заявку на пробег? Ну, мейджоры, вот так называемые мейджоры, главные марафоны мировые, да, там очень сложно попасть. Это Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Париж, Семен. Токио, да, еще шестой какой? Чикаго. А не Бостон? Бостон. А? А, да. Да, вот. Там, конечно, да, туда сложно попасть. Туда можно либо, ну, по крайней мере, Нью-Йорк, либо путем лотереи, либо через какие-то благотворительные организации. То есть ты можешь сделать, ну, взнос достаточно солидный, там, несколько тысяч долларов.
который пойдет на благотворительные цели, и вот беги, пожалуйста. У меня одна знакомая так на Берлин собирала, она тоже проводила какую-то благотворительную кампанию, ну тоже какой-то сбор средств, чтобы пробежать берлинский марафон, собрала, какое-то печенье, что ли, продавала, не помню. То есть способы есть, конечно, все они не очень простые, не самые простые. Тут недавно был человек в I Love Running, который пробежал все 6 мейджоров и рассказывал об этом. Вот в Токио как раз недавно был марафон, по-моему, в марте. Он его пробежал, пришел сюда, рассказал. Да, у меня вопрос. А ты когда-нибудь бросала бегать? Вот цели вот эти, вот все не будем больше бегать. Вот. Ну вот после Мюнхена тогда. Но это у меня было обусловлено травмой. А вот так вот, если человек не прав, что-то у него случилось, он долгое время не бегал. Как ему вернуться назад? А я говорю, дисциплина. Все, больше, больше. Травмы опять формировать привычку. Ну да. Бороться с соблазнами. А в чем отличаются эмоции, например, от того, что там, в Мюнхене пробежала или вот в Москве, например? Или это приблизительно одно и то же, просто разные города? Не, ну для меня отличались. Ну я опять же говорю, что это вот тот самый кайф, который получают путешественники, которые зачем-то куда-то едут и прутся вообще, да, из нашего прекрасного города. Зачем-то они туда едут, да? Ты бежишь по историческим каким-то местам, совершенно другой город, другие эмоции, другая атмосфера. Ну, конечно, отличаются. Еще очень, конечно, классные громы в Москве. Весенний, осенний гром. Вот эта команда «Три спорт», они проводят очень хорошие старты. Там атмосфера очень классная. Каша вот эта в конце с полевой кухни. Вкуснее ничего не ел в жизни, мне кажется, на громах. Вот, что еще рассказать. Сколько лет получается? Я 4, почти 4 года, да, с 2013 года, вот, когда начала бороться со своей вредной привычкой. Но потом, кстати, где-то через месяц достаточно быстро у меня пробежки заменили мне абсолютно тягу вот эту вот к табаку. Мне кажется, что это еще и химическая зависимость некая начинает работать, когда ты через час нагрузки циклической, любой на самом деле циклической нагрузки, в организме пресловутые вот эти вот эндорфины начинают вырабатываться, да, и они тоже, в общем-то, заменяют некое действие химических вот этих веществ на твой организм. И где-то спустя месяц я уже приезжал на работу, проходила мимо вот этих людей, которые стоят там у входа. Как я могла пихать это в рот вообще? То есть достаточно быстро все это произошло. Смена ритуалов произошла достаточно быстро. Вот еще, что еще могу? Могу рассказать, чем я занимаюсь, когда я не бегаю, потому что у меня все равно какой-то вид нагрузки так или иначе в жизни присутствует. Да. На самом деле можно заниматься и дома. Элементарно нужно иметь коврик, там, может быть, пару гантелей, минимальный инвентарь. Основное – это собственное тело. Я скачала себе приложение, ну, как таймер для табаты можно забить, на самом деле любой. У меня, по-моему, Seconds он называется. То есть это достаточно тоже популярная штука сейчас, высокоинтенсивный интервальный тренинг. Ты забиваешь себе круг, то есть я делаю, допустим, 6 упражнений по 5 кругов. 45 секунд активности, 15 секунд на восстановление. То есть вот 30 таких кругов, 6 упражнений. Там это элементарно может быть присед, отжимания, там какие-то динамические планки, присед с выпрыгиванием. То есть одно такое, можно сказать, что кардио, да, тот же самый присед с выпрыгиванием или какой-то там бег с высоко поднятыми коленями, забыл, как он называется, челночный, вот. И какие-то силовые упражнения на статику, там, не знаю, одно из них может быть планка, может быть какая-то боковая планка. И полчаса, на самом деле, упахиваешься на коврике просто вот вообще вот так вот. И когда интенсивно, очень круто выпахиваешься. Когда меняешь упражнение, еще потом все болит. Или можно, например, сначала на все тело делать, потом день низ, там, не знаю, день вверх. Плечи, руки, пресс, что-то такое. И в любом случае, вот, кстати, если нет возможности куда-то побежать, то полчаса в день, и ты, в общем-то, ту же карму отработал. А если еще по две, то потом... Да, по две тренировки в день. Это вот у меня отпуск такой, это у меня отпуск такой, да, то есть с утра я бегаю, у меня все расписано по минутам, а после обеда, значит, тихий час обязательно,
И потом вот какая-то такая полусиловая такая тренировка. На самом деле у меня изменился и подход к отпуску. То есть раньше как? Ты в отпуск приехал, все, ты спишь как слон, ешь, значит, да, все. А сейчас, когда ты приезжаешь и живешь в режиме, то есть на самом деле для нашего организма режим очень важен. То есть у тебя ранний подъем, пробежка, завтрак, море, обед, тихий час, тренировка, ужин, прогулка. И ты, ну, там где-то что-то почитал, там полежал, отдохнул, потупил. Но тем не менее, когда ты вот так вот живешь в режиме, я приезжаю просто... отдохнувшая, вот как я не знаю, у меня никогда такого не было. Когда я в отпуске тюленила, нарушала все, что можно, и организм просто потом возвращался на работу, и думаешь, боже мой, господи, что это вообще? Я хочу назад, верните меня туда. Вот. А когда ты уже такой в спортлагерь съездил на две недели, к примеру, да, то ты совершенно с другим ощущением из отпуска возвращаешься, абсолютно. То есть отдохнувшим, полным сил, бодрым, то, собственно, таким, каким и должен быть отпуск для нашего организма, и голову разгрузил, и все. И собой доволен, по факту. Может, мы покажем твою супербомбическую фотографию? А, давай запилим, запилим, да. Кто не видел. Можешь подержать? Да. Куда направлять? А, куда? На экран? Ржут над нами тут. В Инстаграме над нами ржут. Пишут, дети, наше все. Слушай, она какая-то вытянутая. Тут я еще прям стройна, мне кажется. Вот тут. Это до. Это уже 16-й или 15-й, а тут 2000 какой-то там, ну, за несколько лет, в общем, до этого. Я просто за время беременности набрала 30 килограммов, и тут я уже была собой довольна, большую часть из них сбросила, похудела. Ну, это с помощью бега, то есть какой процент был питания, бег, активный просто образ жизни, то есть что больше всего способствовало получению второй фотографии? Ну, просто изменилось, сам образ жизни изменился. Не могу сказать, что я как-то считала калории там или как-то сильно регулировала питание. Нет, у меня все как-то все интуитивно произошло. Потом уже, когда более вдумчиво, но это, может быть, спустя год ты уже начинаешь как-то задумываться, что у тебя как, добавляешь, опять же, какие-то другие тренировки. То есть оно все цепляет за собой другое. Я же говорила о том, что раз из колеи вышел, все, у тебя жизнь пошла в другую сторону. И это на всем сказывается, на самом деле. Мне кажется, любой человек, который пытался как-то изменить свои привычки и ритуалы, с этим сталкивался. Еще какие-то вопросы? У тебя были какие-то вопросы, да? От начинающих бегунов. Просто на часть ты ответила. Мне там про литературу дополнительно интересовало. Нужно ли в теории как-то это... Вопрос к Елене. Существует ли удовольствие от самого процесса бега и когда его ждать после первой тренировки? Не надеюсь, когда все закончилось, а именно в процессе. Есть ли это удовольствие? Первые 200 лет. Существует ли удовольствие от самого процесса бега и когда его ждать после первой тренировки? Оно, конечно же, существует. Оно существует, оно, опять же, у всех по-разному происходит. Кому-то нравится, вот вы знаете, беговые клубы, да, в Москве сейчас такой уже мейнстрим, беговое движение, стало много беговых клубов. Для кого-то это социальная некая история, простые, понятные, теплые социальные связи. У тебя ребята, с которыми ты бегаешь, они становятся твоими друзьями. И я другой человек, я вот одиночка. У меня просто работа связана с таким количеством информации, общения и такого трафика через голову, что это вот такой, это мой час, когда я эту голову разгружаю. То есть это у меня такая динамическая медитация просто, когда я могу побыть наедине со своими мыслями, и чтобы меня никто не трогал, и у меня рождается в это время куча идей. Иногда я вообще просто ни о чем не думаю, я впадаю вот в такой вот транс. И, ну, для меня это удовольствие.
для кого-то, может быть, пробежаться вместе. Есть же такой даже способ понять, правильно ли ты бежишь, с тем ли пульсом, и не вредишь ли ты себе, когда ты можешь разговаривать на бегу. Да? Есть же такая история, ну, самая простая, элементарная вещь, когда ты можешь проверить, не задыхаешься ли ты, можешь ли ты разговаривать или нет. Ну, то есть удовольствие, конечно, существует. Поначалу, наверное, результат, а потом процесс. Когда можно пробежать первый полумарафон и марафон? Ну, как мы знаем из успешного опыта Айла Франинг, пробежать полумарафон можно через за 7 недель, оказывается, если подойти к этому самому. На самом деле, конечно, каждый для себя решает сам. Я думаю, что сейчас у нас март, в мае. Ну, в мае можно, да, если... Не самому, наверное, а только вот с поддержкой профессионалов. Ну, несколько месяцев, я считаю, что все-таки надо. Насчет марафона у меня такая позиция. Я тут не могу никого научить быть сверхчеловеком. Для меня и по-прежнему, я считаю, что это не физиологичная нагрузка, вот лично для меня. Как и вообще для большинства, мне кажется, женщин. Но это мое мнение. Потому что сейчас какая проблема появилась ввиду вот такого массового увлечения бегом, вот этим развитием бегового движения, потому что оно растет в геометрической прогрессии, даже если смотреть по участникам московских забегов и московского марафона, люди вот так вот, что называется, на шару. А что все бегут, и я. Марафон легко вообще могу, подготовлюсь. Мы когда с коллегами участвовали в московском марафоне, два раза бежали эстафету Экиден. То есть это 42 километра, на 5 человек распределяются, и по этапам бежишь. Там порядка 20 команд было. И мы, значит, когда стояли уже на финише, и смотрели просто с ребятами, как финишируют люди, которые пробежали марафон. Это отдельная вообще история. То есть это можно в кино не смотреть. То есть ты смотришь на эти лица, и все это... Понимаешь, что каждая отдельная история у тебя перед глазами пробегает на финише там. Кто вот еле-еле-еле, то есть доползает, кто прям на последних метрах. То есть человек проявляется вот на полную вот на этих последних метрах марафона. И очень много, к сожалению, было тех, кто сошел, причем сошел катастрофически как-то. У меня ребята, коллеги таскали носилки, потому что люди реально не рассчитывают свои силы и думают, что это вот так вот просто взял и пробежал, да, без достаточной подготовки. Это вот такая обратная сторона, как я считаю, такого широкого распространения вот этих всех историй. Поэтому насчет марафона я не могу давать никаких советов, тут должны советовать профессионалы. И если я когда-нибудь решусь на марафон в Нью-Йорке, то я, конечно же, наверное, обращусь к тренеру. Я, наверное, не буду делать это самостоятельно. Мне кажется, это правильно. Каждый должен заниматься своим делом. Это уже другая история. Одно дело ты, когда просто для внутренней какой-то опоры совершаешь свои там пробежки 10-километровые, а другое дело марафон. Ну, такая моя позиция. По поводу твоей роли в качестве амбассадора, что это такое вообще быть амбассадором забега и несколько слов про сам забег «Роза Рана». Да, вот это, кстати, очень крутая история. Тоже можно зарегистрироваться сейчас и даже послезавтра, да, начинается 23 марта начинается 7-недельная программа подготовки к «Роза Ран». Самый красивый и самый сложный марафон, полумарафон России. Да, он действительно самый красивый, потому что это Роза Хутор, это пейзажи, это горы, это воздух, это Сочи. А сложность в том, что там 7 километров в гору, 7 километров ровно и 7 километров спуск, что для многих, кстати, спуск гораздо сложнее, чем подъем. Насколько я знаю, даже колени. Коленям хана, вот для многих. Просто я знаю, что гораздо проще бежать в гору, чем с горы. Опаснее, скажем так. Поэтому тоже нужно готовиться с умом. Ну, там будет еще забег-спутник на 7 километров по ровной местности, насколько я понимаю, да? Вообще, это фестиваль. 4 дня. Первый день «Роза Пик». Тебе дается час, по-моему, да? И ты сколько пробежал, пешком прошел, да? Неважно, как смог. Вот сколько ты... И получил медаль. Час в гору лес, медаль получил. Второй день это карнавал. А нет, это квест. Там квест, там задания тоже даются и некое такое приключение. Третий день это такой, ну, так называемый фан-ран, карнавальный забег в костюмах. В общем-то тоже достаточно модная распространенная история. Такие забеги проходят даже перед какими-то
марафонами важными, по крайней мере, в Мюнхене был в национальных костюмах такой забег за день до полумарафона. Вот. Ну а четвертый день уже, собственно, самый основной, самый важный – это полумарафон 777 и забег-спутник на 7 километров, где уже там можно как-то выложиться, поработать хорошо. Ну, кроме этого, прекрасное времяпрепровождение на Розе Хутор. Кроме бега, там можно что-то посмотреть, куда-то съездить, пообщаться, потусоваться. Такой некий способ провести майские активно. Можно с семьей выехать, можно взять с собой бабушку, которая не бегает. Можно взять с собой детей, потому что там, насколько я знаю, тоже и детские будут, да, забеги. Альтернативный способ провести майские вместо Турции и чего-то там еще, куда у нас люди обычно ездят, дачи. Во-первых, я во всем этом участвую. Во-вторых, я помогаю обо всем этом рассказывать для тех, кто заинтересован. Ну, скажем так, продвигать всю эту историю, чтобы она становилась популярной. Просто мы, как Atail Frank, можем сказать, что у нас там будет своя специальная программа для наших учеников. Мы все будем жить в одном месте, такой взрослый кемпинг в Riders Lodge на 4 дня, прям такая тусовка для взрослых. Да. Просто последний день будет день самого забега, поэтому вряд ли будет какие-то сумасшедшие фати до утра. Вот. Но будет интересная программа. У нас тут коллеги из Iron Star, которые как раз организаторы этого забега, и мы вместе готовим программу, поэтому если кто еще думает, как провести майские, прям супер вам советуем. У нас скидки и на слоты, и на проживание, и билеты сейчас недорогие. Поэтому вот прям. Когда ты регистрируешься на забег, ты получаешь специальный, да, промокод на специальную цену на бронирование проживания, да, в Розе Хутор. Вот. Что для тебя в беге важнее, скорость или длительность дистанции? Многие бегут за темпом. Я, например, сейчас, ну, я только начинающий бегун, и мне тяжело бежать за темпом. И мне хотя бы хоть выбежать, я еще там про время написала, час там пробежать, и я такая, о, 7 километров, круто. Но темп расстраивает. Вот в начале беговой карьеры, на что нужно обратить внимание, где нужно расстраиваться? На пульс. Тебе же говорили, что на... А пульс, хорошо. Я научилась. Вот. Постепенно выносливость вырабатывается, там уже и темп придет, и дистанция, и все на свете придет. Надо слушать свой организм, и все. Для меня в беге важна регулярность. Я же говорила, что я человек достаточно разболтанный сам по себе, склонный к вредным привычкам, каким-то зависимостям. Да, я заменила одну химическую зависимость на другую, это раз. Во-вторых, я выработала в себе некую привычку к самодисциплине, собранности какой-то и так далее. Регулярность для меня главное. Темп, да. Но иногда, если я участвую в каком-то забеге, да, вот, ну, мне полумарафон хотелось тогда выбежать из 2 часов. Я его выбежала, выбежала. Но у меня нет такой задачи, что вот личник поставить, быстрее пробежать. То есть нет, это в первую очередь для меня какое-то удовольствие. Я не суперспортсмен, как я уже говорю, не гонюсь там зачем-то. Можно ли похудеть от бега и нужно ли корректировать питание? Похудеть можно, я уже об этом говорила. Да, если следить за калорийностью своего питания. То есть зайти, вот есть на сайте, по-моему, ну их, наверное, множество, но я делала на сайте ЗОЖник, есть счетчик калорий, то есть ты вбиваешь свои данные, рост, вес, пол, возраст, и он тебе выдает, сколько тебе калорий нужно в день получать, чтобы в разном режиме существовать. Пассивном, активном, с тренировками, без тренировок. А чтобы, если вот прям, ну, считать прям калории, тоже есть всякие приложения в телефонах, Fat Secret. Там ты поел гречневую кашу, он сам знает, сколько калорий в гречневой каше, и сам тебе примерно выдает вообще, сколько ты в себя закинул. Вот. Ну, все эти гаджеты, конечно, они упрощают жизнь, вот разные. Есть у Гармина хорошее решение, ну, у меня другие. Они себе тебе показывают, сколько ты активных калорий там потратил. То есть механизм прост, он всем известен. Сжигать калорий больше, чем ты потребляешь. На собственный метаболизм и на какие-то активные действия. А если, конечно, бургерами догоняться после пробежки, то не похудеешь. Вот, что там еще? А еще у меня вопрос сейчас созрел тоже. Воспользуюсь случаем, потому что все сидят скромничают. У меня просто очень много вопросов в начале тренировок.
может быть, многие замечали, или там особенность организма, я после интенсивных тренировок, потому что мы там бегаем сейчас по треку, есть домашнее задание, которое я делала с утра, к сожалению, очень хочется спать, вот прям молниеносно, то есть такая вот, не знаю, усталость, не усталость, но прям вот выключает. Это особенность организма, или нужно просто перетерпеть, и скоро это пройдет, и как быть с утренними пробежками? В смысле, как быть с утренними пробежками? Ну, если ты с утра бегаешь, а потом не спать хочется. Потом спать хочется. Не знаю, у меня наоборот, да, какая-то бодрость. Может, ты просто в целом мало спишь? А во сколько вы спать уже? Сколько получается спать? Если утром еще бежать, то что представляешь? Ну, иногда, когда у меня неделя рабочая, эфир у меня начинается в 10, на работу я, ну, у меня еще школа, я отвожу ребенка в школу, а я выхожу бегать. В общем, чтобы не в 7 прибежать, то есть где-то вот около 6 и раньше где-то. На 5.30 я ставлю будильник, да. А на кого-нибудь во сколько спать легли тогда? Ну, старайся. Ну, не раньше 11, у меня раньше просто не получается просто. Это и то, мне кажется, самое раннее. Ну, 7 часов сна. Ну да, а что? Меньше получается, пока лег, пока уснул. Пока подумал еще, лег, подумал, я не знаю, может, есть счастливые люди, которые... Ты лег, а тут пришли они, мысли. Кстати, вот чем меньше я бегаю, тем больше мыслей, поэтому тоже один из способов, собственно, когда ты уже упахался с 5.30 утра, лег, и мыслей нет, все хорошо. О чем ты думаешь, когда бегаешь? По себе понимаю, что сложно не ногами передвигать, а сконцентрироваться на беге и не заскучать. И, ну, кстати, вот тут был вопрос про наушники и про музыку. Я слушаю музыку, да, у меня есть какой-то... Причем мне проще бегать даже по какой-то медленную такую музыку. То есть, ну, я же говорила, что для меня это некий вид медитации, да, то есть мне не нужно там давай-давай что-то в голове. У меня некий такой, что-то идет такое. Одна песня меня вштыривает, у меня в плейлисте есть одна, вот одна такая, это «Баба-бомба Шнура». И я прям сразу прибавляю в этот момент, когда она у меня заиграет. Вот. А так в целом такая. Про книги, книги. Ну, первая книга, наверное, все ее читали, это «Харуки Мураками», о чем я говорю. Когда я говорю о беге, это, мне кажется, первое, что нужно прочитать. Харуки Мураками, о чем я говорю, когда я говорю о беге. Да. Нам очень хорошо раскисло. Очень многие вещи ты сразу находишь для себя близкими, понятными, и уже как-то перекладываешь на себя. Ну, как-то она перекликается, причем со всем, кто ее читал. Хорошо он пишет про это. Опять же, тоже внутренняя дисциплина, да, почему он начал. Он же... Бар у него был. Кто не читал книгу, кто читал? Вот. О чем я говорю, когда я говорю о беге? У него был бар, и он вел очень беспорядочный образ жизни, и пил, и не спал по ночами. И этот... Да, 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 такой очень невоздержанный образ жизни он вел. И уже был в возрасте, да, достаточно таком среднем. И он начал в это время писать, и он понимал, что он не может с таким образом жизни делать вот эту свою работу, да, писательскую. И он начал бегать, чтобы как-то себя вот привести в некое такое состояние дисциплинированное. И, собственно, приучился писать каждый день с помощью этих пробежек. Потом продал бар и стал писателем таким образом с помощью того, что начал бегать. Перестроил свою жизнь с помощью бега. И тогда ты понимаешь, почему это влияет, и как, и какими способами, какими механизмами это достигается. Потом он начал бегать марафоны. И он такой писатель продуктивный, много написал всего. И очень любопытно, конечно, читать, как он там бегал, как у него ноги отказывали, вообще все это, ошибки какие он допускал. И как он, очень философские мысли, как он бежал в Бостоне, и там мимо него как раз пробегали вот эти самые девушки с хвостиками и попками. Вот, и он уже такой пожилой мужчина. Бежит, и то, что он думает на этот счет, тоже очень как-то вот откликается в душе. Потому что никто из нас, к сожалению, не будет вечно девушкой с попками и с хвостиком. Когда-нибудь мы все станем такие же, как Мураками, и нужно находить смысл в таком существовании тоже. И мне просто удивил, наверное, и расстроил немножко момент по поводу желания бегать каждое утро, потому что он с кем-то разговаривал, спросил, как вот, ну, с каким-то супер бегуном, как ты себя заставляешь бегать.
а неужели там супер радостью встаешь, затягиваешь кроссовки и бежишь? Он говорит, нет. Он говорит, нет. Вот тоже, он тоже в мотивацию не верит, прям как я. Дисциплина, да, вот все равно на самом деле очень многие к этому возвращаются. Что тут у нас еще? Можно примерно немножко закругляться. Прям соберитесь, если у вас есть какие-то вопросы. Наверное, минут вопроса два мы можем задать. И будем заканчивать. И все записываются. Да, кстати, да, вот есть кроме программы подготовки к Роза Ран, которая 23 марта, первая тренировка. Есть еще масса каких-то интересных полумарафонов, которые Майла Франин готовит. И Тайозеро Гарда, и Барселона, и куча-куча всего. Да, у нас просто, я выписала несколько забегов, которые у нас... Казань, да? Вот у нас следующий, 30 марта, прям 4 забега. Один из крупных забегов РФ, это забег от гонка Кирочес, вот как раз, знаете, я там финишер. Ой, это была самая вообще жесть в моей жизни, которая тоже очень многое дала, конечно. Кто не знает, гонка героев – это 10-километровая трасса с полосой препятствий. Кто там, спецназ тренируется или кто там тренируется? Да? ОМОН, да, все там, в Алабино. То есть это и броды по пояс в болоте, 4-метровые стены, откуда надо прыгать, в грязь, под бревнами там куда-то нырять, балансировать, рукоходы. В общем, там все эти 10 километров, вот эта вот жесть идет. Если ты с рукохода срываешься, ты срываешься непременно в болото, из которого тебе нужно вынырнуть. В общем, еще дождь был, когда мы участвовали. Ну, в общем, это просто что-то невероятное, такое испытание на прочность, но оно дает такое какое-то ощущение, я давно его не испытывала, например, чувство какого-то плеча, ну вот, руки поддержки, то есть, во-первых, ты везде залезаешь на эти... стены по плечам, по рукам, то есть тебе помогают. И это настолько вот как-то сплачивает вот команду, и ты по-другому вообще начинаешь относиться к окружающим людям, да, то есть ты понимаешь, что в каждом из них ты можешь в критической ситуации найти какую-то эту поддержку. То есть Москва – это город одиноких людей, по сути, да. Почему вот кто-то увлекается, почему бег вот так вот круто стартовал, да, почему вообще сейчас это модно и развивается, потому что это дает социальные связи на самом деле. Во-первых, ты чувствуешь некую принадлежность, да, к определенному типу людей, которые достаточно, в общем-то, красивые, позитивные, успешные в жизни, дают какие-то новые знакомства. Даже любая группа подготовки I Love Running дает тебе знакомство с теми людьми, с которыми ты в жизни бы никогда не познакомился, да? Потому что ты вот в своей колее живешь, ты, не, как правило, не выходишь за свой круг общения, за свой какой-то социальный, профессиональный какой-то другой статус. А тут приходят совершенно разные люди. А еще по поводу разных типов забегов я хотела рассказать про этот... Божоле. Это смешной забег, который в ноябре проходит, приурочен к празднику молодого вина. И на финише там наливают всем. По-моему, даже и в процессе, да, наливают. Да, да, в процессе тоже стоят вместо колы. Кстати, вот способ заменить ритуал. Пиво в конце давали и брецели, да, соленые. У меня даже фотка там в Инстаграме, медали, брецель. Здесь человеческое. Беги есть человеческое. Конечно. Так что да, это очень крутая история. Многие, вот у меня есть знакомый, который первый полмарафон пробежал в Божоле. Был, конечно, под впечатлением. Как-то потом люди просто сразу в бар забегают. С финишной прямой. Маленькая ремарка. У нас просто была тренировка, и нам Иден Борисовна рассказывала в последний раз по поводу вот таких вот бегунов. У них есть сообщество «Пью и бегу». Дранкбургерс. Ну, я не помню, но вот у них они пьют и бегут, этим гордятся. У них был про какой-то конкретный забег рассказывала недавний. И один из организаторов, он трагически погиб. Ну, это байкальский марафон, да, по льду озера Байкал, да, 35-летний парень, на последних километрах у него сердце не выдержало. Но я бы не связывала это с... Может, нет? Нет.
Я не думаю, что он же не больной, я не думаю, что он перед марафоном таким тяжелым там чего-то. Это просто некий такой, мне кажется, полустёб такой, некий способ выделиться из этого общего бегового движения. Там люди тренировались все-таки достаточно серьезно. Я бы не стала это связывать, потому что умереть может кто угодно на самом деле. Но это случалось и на московских забегах, и опытные, на десятки же человек у нас умер, да, вот, по-моему, в прошлом году, опытные из Нижнего Новгорода. Поэтому, мне кажется, это роковая случайность просто. Вот, конечно, жалко очень парня. Веселый. Да. Я пыталась закончить марафоном в Божоле, да. Что в беге есть человеческое. Есть разные забеги с разными фишками на забегах. Давай, да, еще посмотрим, что есть. А в Дублине будет забег? В Дублине, да, Рок Йосама. У нас серия марафонов, Матрик, которая стартовала в Лиссабоне, и в Дублине, это одна серия групп тренировок. Вот, мы там будем соблюдать Ван Роджерс. Это будет в конце, самый последний марафон, поэтому есть время подготовиться, подумать и решить, стоит или нет. А так у нас на март, сейчас сниму для наших подписчиков, Роза Ран, 23 марта, послезавтра, 7-недельная неделя. Я как раз занимаюсь в группе 10 недель, потому что это такая усиленная по горному марафону для новичков. А для тех, кто уже немножко плюс-минус в теме, или для кого хочется более сокращенную программу получить, тот может присоединиться послезавтра. У нас группа с Ириной Борисовной, это... Просто кто хочет тренироваться, Ирина Борисовна, это наш старший тренер, у которого там супер-мега-опыт, и многие в очередь стоят к ней на запись, то советую прямо вот сюда. Стоимость, по-моему, 14500 стандартная. Занимаемся в Крыларском по вечерам четверга и субботы днем. 30 марта стартуют 4 забега, забег РФ, это как раз от Лиги Героев, кто придумал всю эту гонку героев, у них будет первый забег по 10 городам России. Казань, московский полумарафон, Карлова Вара. А завтра у нас вот там в Трулах Beautiful Life, как раз забег в Коломне на 7 мая. Ну вот, к сожалению, совпало, да, в этом году Роза Ран и Коломна, это же оба, конечно, мероприятия достойные. Ну, я за Роза Ран, конечно, ратую, что все-таки Сочи есть Сочи, это совершенно другая атмосфера, другое настроение. Другая компания. Ну, а организаторы сами по себе – это некий знак качества. Значит, там все будет на уровне организовано. Да. Напутственные слова для начинающих. Напутственные. Вы расскажите мне о себе, пожалуйста. Кто вот уже бегает? Кто вообще зачем сюда пришел? Почему? Да. Я бегаю, говорил за бегаю, ну, в общем, я поддерживал форму, начал бегать там, в январе, и когда вот в феврале в конце там были морозы, я остановился. Но объясняя себе, что я в зале тренировался, я тренировался, в принципе, в зале. Ну, то есть у нас регулярные тренировки проходят, а по субботам, по выходным игры. Вот. Но все равно все это уменьшилось. То есть сейчас вот... В межсезонье, да? Да, был межсезонье, сейчас сезон начался. Вот у нас уже два тура прошло. Угу. Вот, и хочется набрать форму. Ну и вот, как я говорю, уже какой-то вызов себе бросил, чтобы московский полумарафон пробежать. И, ну, я думаю, что, ну, я уверен, что я пробегу. Вот, просто надо подготовиться. Вот, подготовиться. А вы? Я тоже хочу начать бегать, но я не знаю, как совместить с ребенком, нужно как-то это все ну, время. Коляска. Кстати, да, я бежала, когда московский полумарафон, да, были с колясками. А то вот мы были в Америке, и там очень много кто бегает с колясками. Ой, в Нью-Йорке вообще просто, там каждый второй, мне кажется, бежит. Семья, у них коляска в Центральном парке, это просто явление очень распространенное. Нужно потратиться на коляску, видимо, да. Так, а вы? Я пыталась начать бегать, и 2 года назад, и год назад, когда я забыла всех людей, которые говорили, я бегу 42 километра, я кайфую. Вот, и в этом году я послушала себя, нет, тело сказало, что пора чем-то заниматься. Вот, и какое-то там прекрасное воскресенье, подумала, что дай побегу. Вот, вышла, там, пробежала где-то километра 4, километра не прошла, вот, и я почувствовала какое-то удовольствие.
Вот, ну и я тоже бросила этот мультик. Вот, в этот момент. Ну так совпало, я просто вас слушаю, у меня очень похожая ситуация, потому что это так получилось. То есть я бросила, это так интуитивно. Ситуации какие-то подсказали, что займись я чем-то там другим. Ну, опору, да, нашли себе? Да, да, да. И там потом я поняла, что там прошло две тренировки, я подумала, что ничего, что мне одно бегать, я взяла сестренку. Вот, побегала с ней, и так получилось, что я заметила, вот я поменяла свою жизнь, ну, как, еще не поменяла. Некоторые вот, привычки, да? Какую-то вот такую привычку, у меня сразу начали сыпаться какие-то ситуации. То есть у меня коллега бегает, она говорит, побежали с, там, в пятницу после работы, у нас там компания людей. Она там посоветовала вот эту ну, да, лекцию сходи там. А, сходи на гром, ну, там, запишись на гром, а будет еще там весна. Гром, да, тоже советую. Вот, я побежала с этими людьми в пятницу после работы, я вообще офигела. Мы пробежали 7 километров с ними. Я вообще не заметила, как прошло время. И я вот почувствовала такую как бы поддержку от людей. Мне понравилось. То есть я, конечно, не тоже за мотивацию, потому что я сама себя не умею мотивировать. Вот я такая ленивая. Вот и я ленивая. Вот, мне нужно, ну, мне всегда в жизни нужны были те люди, которые бы ходили и говорили, там, давай, ты иди, вот, тебе надо. А сама себя я не могла. Вот, и я поняла, что мне нужны люди, ну, так если, да, какие-то, которые меня вдохновляли. Вот, я вот сейчас вас слушаю, меня вдохновляли. Я пойду на забег, там, в апреле 2, вот, я понимаю, что меня атмосфера вдохновит. Вот, я побегу с компанией выходные, да, там, и так далее, или после работы с коллегами. Вот, я понимаю, что меня вот как бы это поддерживает. Вот, и они мне тоже сказали, что на этом этапе, когда ты начинаешь, очень важно, когда у тебя есть, ну, либо коуч, либо тренер, либо просто компания людей, которые поддерживают. Вот, потому что потом у меня была какая-то тренировка, я пробежала много меньше после этой семерки. Вот, и так стало грустно, думаю, все. Главное себя не ругать, то есть положительное подкрепление вот, наше все. Как раз мне помогли сказать, что там постепенно, да, там вот, потихонечку, неважно, сколько, неважно, как да. Часто, да, так далее, просто делать. Ну, я вот для этого, просто в удовольствие. Каждый развлекает, как бы отдыхает и расслабляется по-своему. Вот для того, чтобы нейронная связь образовалась, вообще нельзя себя ругать ни в каком виде, чтобы не получать это страдание. Я пробовала заниматься кроссфитом, просто у меня был неудачный опыт, и поняла, что вот не мое, вот это вот «сдохни, тварь», вот это вот, там нужно этот комплекс выполнить, на коробку запрыгнуть, и ты понимаешь, что ты просто чмо последнее. Вот. Некоторых это мотивирует как-то, вот, мужиков в основном, наверное. Мне вот нужно, у меня четкий, вот, я человек склонный вот ко всей этой вот хрени, мне нужен четкая связка. Действие, удовольствие. Вот, удовольствие хорошо мне, а вот «сдохни, тварь» – это вот не мое. Вот кроссфит у меня не пошел никак, хотя сейчас тоже очень популярная тема, говорят, хорошо прокачивает тело. Есть такая версия, что это пошло из американской армии, вот эти все упражнения, биорпи там, вот это все. Тут я недавно с президентом Российской ассоциации воркаута разговаривала, он приходил ко мне на эфир, он сказал, что нет, это все наше, это из нашей советской армии, все эти турники, это все. Я говорю, что и кроссфит наш, не только Крым, он такой, кроссфит тоже наш, это все наше. Воркаут, кстати, тоже крутая тема. Сейчас и площадок много в Москве. И у них, кстати, вот зайдите, 100 дней воркаута просто наберите в любом поисковике. У них есть очень классные программы, есть приложение. За 100 дней, с 5 минут в день начиная, ты тоже, тебе думать не надо, ты просто принял решение. Там тоже тебе каждый день идет какое-то упражнение с прогрессом, с увеличением нагрузки. На второй неделе они дают план на какой-то рекомендации по питанию. А в конце ты эти 100 дней заканчиваешь тем, что ты можешь уже сам составить план питания и тренировок. У них прям очень серьезный эксперимент. 2 раза в год он стартует в марте и, по-моему, в сентябре, в октябре.
Но можно присоединиться в любой момент. Ты просто не идешь с основным потоком, ты идешь в своем режиме отдельном. Но вот и очень тоже интересная история. Можно по приложению, можно просто в интернете, в общем, от 5 минут в день дойти до... Ну, по крайней мере, результаты вот впечатляющие. Я видела фотографии. Так что, если кому интересны какие-то другие виды нагрузок, то посмотрите. Так, ну еще давайте кого-нибудь послушаем, пожалуйста. Мне так интересно. Вот вы расскажите, пожалуйста. Я... Зачем? Воодушевленно говорят, я вообще не очень люблю бегать. Я пришла послушать, чем же вы все вдохновляетесь. Вот. Я поняла, что мне нужны профессиональные люди почему-то. Правда, чтобы мне помогли справиться с тем, чтобы не сдохнуть на 100 метрах, не упасть. Потому что, ну как, какие-то... какие-то фитнесы, я, конечно, что-то пробовала, занималась. И я тоже пробовала. Как бы, ну, запрос. Выносливость, да, но вот почему-то я начинаю бегать, я вот все, я начинаю умирать, мне начинает все болеть сразу, и, в общем, вот. А вы зарегистрировались на какой-то... Нет, еще не зарегистрировалась, я, конечно, хочу, вот, которая будет в Питере. «Белые ночи»? Десятка, да. Вот. Не самый простой, по-моему, он там. Ну, я не знаю, что самое. За счет влажного климата и иногда жары, которые совпадают, то есть там достаточно много бывает. Ну, не хочу пугать. Самая маленькая. Да. Крепость, значит, 5 километров ко мне. Ну, это челлендж, так что вы молодец. А вот вы, пожалуйста, расскажите. Да, да, вы зачем тут? Я бегаю с 11-го года, но с такими приключениями. Погрузился, ушел, вот таким образом. То есть не только беговая, сейчас я занимаюсь вот там бегаем, плаванием. Это для меня тоже отдельный челлендж. Сюда вот конкретно сегодня я пришел больше послушать, наверное, про Розу Равна, которая я давно зарегистрировался, хочу поехать, хотел узнать какие-то подробности, ну и, наверное, что-то новое. Наверное, немножечко мы тогда ввели в заблуждение, да, что вот Роза Ран нужно нам, да, было более, да, раскрыть широко. Не, ну почему заблуждение? Как бы я не ожидал, да, кучи информации. Угу. Просто я пришел и что я услышал, в общем, меня все устраивало. Хорошо. Главное, тусовка, мне кажется. Ну и уровень организации хороший. А вы? Я? Да. Я пришел сюда послушать, что вы расскажете, и время от времени скажу сюда на лекции. Мне очень интересно, сегодня я что-то много-много услышал. Я бегаю уже пару лет, плаваю, выйти моего охранника. Ну, для новичков или кто раздумывает, что я хочу рассказать. Интересная история «Спарк-ран». Их там 10-12 точек по всей Москве. Вот, что касается там тренера, мотивации, тусовки. Да, это все бесплатно. Да, это все бесплатно, очень весело. Такой позитивный народ собирается. 5 километров там все дистанции, то есть это совершенно пассивно новому человеку. Вот, второе правило правильное. Я, ну, на собственном опыте и на опыте моих знакомых, ну, то есть одна из моих собственных сюда пришла совершенно не спортивный человек, там, моих примерно лет, никогда в жизни ничем не занимался, последний раз там в школе, у них там директор бегун, им все оплатил, поставил условия, ну, я оплачу, но я не имею права пропустить, я вот зарплату. Вот мотивация, как у Сталина практически, да. Добывать золото. Это все продолжалось, она десятку пробежала. А я пришел вот на такую лекцию установочную по плаванию. Мне сказали, что гарантируем, что проплывет 500 метров в конце, после 12 тренировки. Для меня было совершенно невероятно, я не умел. Проплыл, то есть это действительно все работает. Но, правда, 15 тренировок, 3 раза в неделю, после работы, до работы. Ну и нахождение в чистой среде – это не просто тренировка, такой лайфстайл. Это очень логично, динамично. Ну, бегать – это прикольно. От
отличный, по-моему, вывод был сделан. Кто-нибудь хочет еще? Я 2 недели тебе назад говорил, что ты пойдешь бегать и уже бежишь через 2 недели 5 километров, и не веришь. Да, я никому не верила. Я просто бегала, ну, я тоже не спортивный человек, как я узнала, большинство людей, которые приходят в группу к нам, это вот 70% тех, кто вообще не бегал. Я тоже никогда не бегала, я ненавидела все это в школе. Да, в школе у меня первая единица была в культуре, и вот это все. И я бегала в 2013 году по приложению как раз, вот, 5 километров там. И я бежала... Я, кстати, тоже по нему бегала. Да? Да, все мне кажется, она слишком мягко к человеку. Пробежать 5 километров, и я там умирала, и для меня это, ну, такой супер челлендж был. Ну там ни пульса, ничего, то есть очень тяжело было. И через 2 месяца, с конца апреля до конца июня, я пробежала за 30 минут, и я, ну, типа, фу, слава богу, закончилось. 10 не буду. И здесь мы пробежали уже, по-моему, на 2-й, на 3-й тренировке. На первое домашнее задание, на втором домашнем задании я пробежала 5 километров. И я прям в шоке была, потому что прошло меньше 2 недель. И вчера я пробежала первый раз час без перерыва просто. И, ну, у меня вообще сознание в другое сознание перешло, потому что вообще уже не думала ни о, ну, никакой боли уже не было. То есть тренер очень круто. Ну, правда, это прям, ну, не реклама, я сама удивлена очень, потому что я недавно работала в Эллафранге и думала, что это все, ну, как вот учителя физкультуры, как заставляют бегать. А, бежи, беги, 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 сейчас мы тебе там 2 поставим. Здесь чуть заболела, там, у меня болят ноги. Так, давай посмотрим, там, пока остановись, болит коленка, походи. Да, супер аккуратно, к здоровью подходят. И, ну, я очень сильно, ну, прям доверилась тренерам, и вот как Лена говорила, потому что ты реально не думаешь про то, чем ты будешь, что ты будешь делать, за тебя все решено, тебя супер поддерживают, и штабы, и с домашними заданиями, с какой-то программой. Тренер просто реально, они очень сильно отвечают за здоровье каждого, это прям реально ответственность. И, ну, то есть такое доверие, что я первый раз бегу, и через, получается, сколько. В общем, 7 мая я должна пробежать первый вообще в жизни полумарафон, да еще и в горах. Слушай, да ты просто вообще герой. И при этом мне в соцсетях пишут мои друзья, уже так называемые, которые говорят, что ты из уральской школы, которые тебе говорят, что ты 20 километров пробежишь, да еще и в горах, и это вообще нереально, 5 километров пробеги. А у нас как бы, ну, я, наверное, больше доверяю нашим сотрудникам, там, Максиму, который мне прям сразу сказал, что никаких 7 километров, регистрируйся на 21, и ты прям приходишь по полной от природы, от своих возможностей, от того, что ты сделал, это совсем как не будет. Ну да, свои границы возможного ты уже по-другому оцениваешь, это точно. Ну что, нам надо, наверное, заканчивать, да? Да. Большое спасибо вам. Спасибо.